космический телескоп Джеймса Уэбба стоимостью 9,8 миллиарда долларов прошел экологические испытания. Серию испытаний, призванных имитировать значительные суровые условия запуска. Экологические испытания демонстрируют способность Уэбба пережить полет на ракете в космос, который является самой тяжелой частью его полета на орбиту примерно в 1 000 000 миль от Земли. Техники подвергли полностью собранную обсерваторию акустическим экстремальным явлениям в специальной камере, взорвав Уэбба звуком, превышающим 140 дБ. Для сравнения, средний отбойный молоток генерирует около 110 дБ. Затем Уэбба поместили на специальный встряхивающий стол, который сотряс телескоп низкочастотными колебаниями, сопоставимыми с теми, которые он почувствует во время предстоящего запуска. Этот старт запланирован на 31 октября 2021 года на ракете Ariane V с Европейского космодрома в Куру, Французская Гвиана. Здравствуйте! Уделите, пожалуйста, внимание. Наш канал научно-просветительский. Помимо основных видео, здесь есть лекции, подкасты, интервью с научными сотрудниками высших образовательных учреждений. Также мы для удобства разместили плейлисты по общим тематикам. Если вы хотите получать от нас уведомления, просто подпишитесь на канал. Также у нас есть группа ВКонтакте, в которой мы своевременно публикуем материалы и научные достижения.